без потерь вышел, это, во-первых, наверное, повезло. Может быть, конечно, ангелы-хранители какие-то были. Вот. Тут любой неверующий человек все равно становится там с верующим лицом и верным. Ну, короче, веришь во Всевышнего, это однозначно. В 1979 году, когда началась афганская война, это в декабре, потом со 70-го года уже разговоры пошли, действительно, там война идет. Ну, мы были морально готовы. Вот. Армия, вооруженные силы начали участвовать, а пограничные войска вообще с переменным составом, то есть это с солдатами и все прочее, то они чуть позже, где-то с 81-го года, начали уже официально вводить. И чем я горжусь, да, это был в Афганистане. Вот. Некоторые, конечно, завидуют, но я бы не завидовал, потому что ничего хорошего нет. Это же война, грязь, смерть. Первый день он не страшный, потому что ты не знаешь, что это такое. Ты первый день как кино. Вот. Пролетела пуля, ты нагнулся. Вот. Вот. Где-то взорвалась мина, снаряд, ты упал, лежишь. Хотя это, оказывается, это поздно уже. Если вот, как говорят, если просвистело, прошелестело, значит, это не твой снаряд, не твоя мина, она уже там. Вот. Обычно человека это предназначено для него снаряд или мина, он не слышит, потому что летит только. Вот. Поэтому страх переходит после. Нагрузка была сумасшедшая. Кругом противник, враг. Открытая местность. Вот, солдат надо было окапывать, солдат надо было накормить, вот, защищаться, самообороняться надо было, обеспечить безопасность надо было, значит, где-то засады делать в подступах. Вот, такой нагрузки. Но солдат, он где споткнулся, упал, мог спокойно там и храпеть начинать. Вот поэтому, особенно ночью, мы к офицеру вообще не спали. Вот постоянно ходишь, проверяешь посты, туда, все постоянно проверяешь. Вот тут не ровен час, черт его знает. Мы в кинофильмах мы насмотрелись о Великой Отечественной войне. Вот, в книгах мы читали, потом училище учили. Вот поэтому мы знаем, что ночью это все плохие дела делались ночью обычно. Вот, это. Вот поэтому мы боялись ночного времени, вот поэтому повышали, так сказать, свою бдительность, требовательность к себе. О том, что действительно солдаты вышли оттуда живыми, я тоже цену это познал, вот, когда вот ездил по ребятам. И родственники, родители моих солдат всегда, говорит, благодарили вот, меня. Вот, спасибо, что ты наших детей вывел живым. Служил в пограничных войсках. Вот, особенностью чего-то такой войск, пограничных войск, это в первую очередь работа с местным населением. Это уже ставилось, так сказать, край угла. Потому что если где-то вся твоя работа начинается с работы с местным населением. Потому что границу охранял весь советский народ. Вот, вот поэтому с населением хорошо живешь, значит, если кто посторонний появился, значит, пограничников узнавали об этом сразу. Вот поэтому я тоже вот сразу с первых дней пребывания там в Афганистане начал работу устраивать местное население. Ну и потом имя мое импонировало, может быть, Усман. Вот. В библиотеке нашел я произведение Михаила Фрунзе, он же воевал в тех краях.
Вот. И примерно там, как он выступал перед деханами, вот. Я примерно от этого, его же словами, тут не меняется ничего-то. Вот, примерно вот таким выступал. Вот. Поэтому, может быть, вот какой-то контакт установился. Вот. О том, что я не мусульманин, это никто не интересовался. Но самое главное имя Усман. У некоторых Усманы есть были. Усман, Исмаил, например, вот так. В декабре 1951 года в далеком якутском селе Кутана Сунтарского района в семье рабочего и домохозяйки родился первенец. Перед родителями встал вопрос, как назвать мальчика. На помощь пришел друг молодого папы, фронтовик Афанасий Макаров, который предложил наречь ребенка именем своего погибшего на войне друга – Усманом. Фронтовая дружба свята, поэтому вопрос отпал сам собой. Однако работники сельсовета с выбором имени были не согласны. Мотивируя свой отказ тем, что у человека должно быть полное имя, сотрудники администрации включили свою фантазию. Так мальчик получил свое необычное имя – Усементай. Однако на этом странности не заканчиваются. Поведение мальчишки порой тоже было своеобразным, забавным и оригинальным. Эти две борозды, вот сейчас, тоже искусственно приобретенные, будем говорить, наверное. Посмотрел, книгу считаю, Саскаке, а там на титульном месте, как это говорят, там впереди мальчик авто сидит. И у него вот, вот эти борозды, вот таких вот, что-то мне так бросилось в глаза. Ну, я решил, что сумахает на него постоянно вот. Держал вот постоянно. Это вот это. Единственное, у меня вот это осталось. По-моему, больше никого нет, по-моему. Это, ну, детство есть детство. Это потому что перенимаешь у кого-то. Потом училище, как говорили-то, вот, возьми пример себе героя, следуй за ним, равняйся, догони, равняйся, обгони, слава тебе. Вот так вот. Вот один из героев, наверное, у меня в мальчике был. Поэтому вот следы оставил. Ставил свой след в судьбе нашего героя и необычный говор Усементая Николаевича. Этот отрывок из биографии Усмана Алексеева всегда вызывает особенный интерес. Меня часто задают вопрос, вы что, на Украине служили, что ли? Это в букву «Г» говорите. Ну, это вообще-то со школы. Вот когда этот разговор зашел, ну, изучаем русский язык, и там, русских там редко когда видели. Так. И то этот водители, которые с Якутска возили в Мирные грузы, вот, поэтому так сильно не общались. Вот они говорят, русские вообще-то букву «Г» не говорят вот так, вот «Г» говорят. Например, не говорит, а говорит. Ну и давай поэтому вот начал вот вырабатывать язык. И потом это осталось, даже сам не понял. И когда вот в войска попал, вот особенно которые, те, которые с Украины, вот офицеры, всегда говорят, слушай, у тебя говор какой-то вот нормальный, говорит, этот земляк наш, типа такого. Вот. Конечно же, якутского парня с полумусульманским именем и украинским говором ожидала и необычная судьба. Закончив Дальневосточное общевойсковое командное училище, Алексеев по распределению попал в Забайкальский пограничный округ, где стал командиром взвода мотоманевренной группы. Через 3 года службы старший лейтенант приехал в отпуск на родину, где встретил свою вторую половинку и женился на землячке Антонине. Перевез семью на место службы, родилось 3 сыновей, ну а вскоре началась война в Афганистане. Первое впечатление в Афганистане, когда границу пересекли, это было днем, пересекли границу, и сразу как-то вот разница какая-то вот, ну, нутром человек чувствует. Потому что по ту сторону границы, как-то казалось бы, жизнь
бурлила, кипела, цвела и пахла, пахло хорошо, так было как-то приятно. А потом, когда по эту сторону границы поехали в Афганистан, какая-то серость кругом. Вот. И потом едем, у нас мы новая матаман-группа, вот поэтому нас еще сопровождали подразделения бывалых, так сказать, это которые раньше у нас были, они нас сопровождали прямо до места дислокации, где мы были обосноваться, до того места. И самое главное, вот еду, смотрю, стоят стога, сен. Он думает, столько-то стогов, столько сена тут заготовлено. Думаю, хорошо, так как. И потом вспомнил родину. У нас тоже, думаю, вот этот Аласах. Стоят, наверное, эти стога. Вот. И потом поближе подъехали, посмотрели, оказывается, не стога, сено, оказывается. Это просто вот эти дома их глинобитные. Вот. Издалека я почему-то посмотрел, что это стога стоят. Оказывается, просто-напросто действительно дома. Семью привез сюда в Якутию, к тесте теще оставил жену с детьми, приехал, вернулся в часть, и потом в 84 году поехал в Афганистан. Но о том, что в Афганистане, видимо, никому не говорили, это был своего рода секрет, вот поэтому жена всегда говорила, что муж находится на учебе в Москве, на курсах переподготовки. Повышение квалификации. Вот так вот. Здравствуй, дорогая, из Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров, что в часы свободные ходим по дуканам. Базарнее Кабула я не видел городов. Что в часы свободные бродим по дуканам. Базарнее Кабула я не видел городов. Не могу рассказывать о своей работе, что всегда с оружием в город я хожу, что бронежилеты среди нас в почете, о ночных дежурствах тебе я не скажу, что бронежилеты среди нас в почете, о ночных дежурствах тебе я не скажу. Не скажу тебе я о шинданской пыли, тряски в БТРах, горных кишлаках, что во время рейдов в переделках были и ложились пули рядом в двух шагах. Что во время рейдов в переделках были и ложились пули рядом в двух шагах. Такой интересный случай. Мы же деньги отправляли, заработную плату, часть заработной платы русскими рублями нашими, отправляли домой семьям. Вот. И наши деньги поступали через Комитет госбезопасности республики. И там по почтовым переводам, а тут написано «алименты за такой-то месяц». Один раз получает. Второе, с алименты такой-то за такой-то месяц. И деньги поступают. Ну и деревни с деревни, слухи пошли. Вот этот Усман, нехороший человек, бросил жену с тремя детьми, уехал куда-то. Вот бедная Антония получает алименты. Алименты-то хорошие, оказывается, хоть и это успокаивает, типа такого. А жена говорила, да, говорит, тоже вот неудобно было, говорит, а говорить нельзя. На афганскую войну Усиментай Алексеев попал в возрасте 32 лет. Руководил мотоманевренной группой в составе 305 человек. Кроме оказания интернациональной помощи местным жителям, задачей группы было пресечение нападения из-за границы. О том, что поездка в Афган неизбежна, знали все офицеры. Поэтому выбора не было ни у кого. В первый же день взвод Алексеева попал под обстрел. Был начальник оперативного отдела с округа, офицер. Он подошел. Майор, говорит, воткнул кол. Здесь будет наблюдательный пункт артиллерии. Вот. А так размещаем атаман-группу. А в уставе, вот он, внутренняя служба, там место размещения полка, как лагеря. Ну, я давай вот по эталону, по стандарту начал шагами мерять, располагать, круговую оборону делать полностью. Я ж не знаю,
фронта нет, откуда противник, где, что, как. Ну, примерно мотивировали тем, что, наверное, со всех сторон. Вот он круговой обороны занял, потому что кроме меня там никого нет. Кругом чужая территория. Вот, и давай людям поставили задачу. И начал мы ходить. И земля твердая такая, утрамбованная глина, высохшая. Вот, самый добросовестный солдат у меня где-то углубился было, где-то на глубину спичечного коробка. И если то, что есть на скреб, это перед собой. Прошло так-то немного времени, и вдруг с трех сторон начали стрелять. Вспышки такие, пули свистеть начали. Потом из минометов начали стрелять. Ну, потом, слава богу, где-то минут через 15-20 наладилось, где при помощи русского крепкого слова, там еще крика, там еще чего-то. Ну все, и организованный бой пошел. И потом что-то бой закончился. Слава богу, стандартного такого боя не было, как с криком «Ура!» в атаку идут или что-то типа такого не было. Просто как напали, устреляли, так и утихло. Ну потом утром чуть-чуть засветать начало, и давай я обходить это сама. Кто по пояс ушел, кто по полный рос, в землю вошел. Вот. Вот это ребята спрашивают, как это, вот маленькая саперная лопата вот такая вот. Вот при помощи этой лопаты окопались, короче. А солдат спрашивает, ну как это вы так умудрились-то? Вчера, говорит, вот, было время, а вы вот на такую глубину только вот. А сейчас, товарищ майор, мы это еще когда вчера вот пальба шла, мы тогда ушли, говорит, по пояс. Вот тогда я понял, конечно, жить захочешь, так всему научишься. Секретами выживания на войне сегодня наш герой делится и с молодежью. Наблюдая за любопытными взглядами подрастающего поколения, у Сементая Алексеев мечтает лишь об одном – чтобы никто и никогда не познал тягот и последствий боевых действий. На встречах со школьниками и студентами всегда звучит один и тот же вопрос – почему он стал военным? На него он отвечает в свойственной ему манере, не без юмора. Но сейчас, когда вы при встрече с детьми, отвечаю как полушутя, наверное. Я вообще-то ростом низкого роста человек. Вот. В классе всегда вот, в последнем стоял, в строю, что восьмилетки, что десятилетки, что в училище. Вот. Поэтому вот когда... Вот поэтому я говорю, вот надоело, говорю, стоять постоянно в хвосте, где-то слышал, что командиры всегда стоят впереди. Вот поэтому только желание, чтобы стоять впереди строя, стал военным. Вот детям так говорю. Смеются. Поскольку я выпускник военного училища, а военное училище готовит государственных людей, вот, поэтому я всю жизнь думал сначала о родине, на государстве своем, но потом о себе. Пришел приказ, и по приказу мы встаем, взяв АКМ. Садимся ночью в самолет в тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. Приказом воля занесла Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. О том, что это большая ответственность, я испытал, вот, можно сказать, здесь, на родине. Когда начал вот, воспоминания писать, то-то да все. Вот. А так тогда же это была обыкновенная работа. Но о том, что они у тебя дети или нет, такого понятия не было. У нас есть солдаты, офицеры. Вот. Вот поэтому, а так, действительно, что без потерь вышел, это, во-первых, наверное, повезло. Если офицеры мои возвращались с засады или с какого-то рейда, я всегда проверял автомат на предмет наличия нагара. Вот, откручиваешь как пламегаситель, будем говорить, наверное, по простому народному,
проверяешь вот так вот. Если нагар есть, значит, этого офицера я избегал больше пускать солдатами куда-то на засаду или еще куда-то. Потому что если офицер начинает сам вести огонь, стрелять, он теряет управление личным составом. Если он теряет управление, значит, контроля нет, и, естественно, пошли потери среди личного состава. Вот поэтому я своим офицерам, прапорщикам, которые ходили старшими командирами, вот всегда говорил, ты стреляешь только тогда, когда надо застрелиться, остальное ты должен руководить боем. Участники боевых действий всегда говорят, что самая хорошая награда для всех – это вернуться с войны живым. Лучшего для человека и не придумаешь. Однако каждый военнослужащий когда-нибудь дозадавался вопросом, а нужна ли была она, эта война? Однозначного ответа нет. Вот. Один мой солдат, уже в пожилом возрасте, когда вот общаемся, вот, он говорил как, хорошее государство не посылает своих сыновей на войну, и хорошее государство никогда не доводит страны до войны. До войны. Вот. И, наверное, это изречение, наверное, правильное, наверное, мне кажется. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать тебя вроде. Только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава. Чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Этот орден, вот, Красного Знамени, это награда моего всего личного состава. Я сам-то ничего не совершал. Это же ратный труд моих солдат, моих подчиненных, моих офицеров, солдат. Вот их красуется на моей груди. Я своим солдатам так и говорю. Было бы знамя боевое в Атуман-группе, этот орден быстрее всего висел бы там. А поскольку знамени нет, нашли место вот на моей груди. И книгу я написал, вот первую, как Кирзильяс, это благодарность своим солдатам. Потому что я-то орден ношу, меня-то тут, как афганца, знаете, иногда чествуют. Вот. А выразить свою благодарность своим солдатам, ну как? Вот поэтому благодарность своим солдатам решил еще делать, каким-то образом увековечить их имена. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, горный океан. Эти передряги жизни и войны вспомним на просторах мирной тишины. Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, как от нас бежали в горы басмачи. Как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец.